Тяжелая утрата для многотысячного коллектива Национального университета Одесская юридическая академия. В храме святой мученицы Татьяны простились с бессменным руководителем отдела кадров вуза Людмилой Аркадьевной Озернюк. Ей было 68. Опытный кадровик. Людмила Озернюк прожила жизнь добросовестного и честного работника, к мнению которого всегда прислушивались, уважали за ее скромность и деловые качества. Это был руководитель подразделения с большим практическим опытом работы. Людмила Аркадьевна пользовалась заслуженным авторитетом среди преподавателей, сотрудников и студентов. Коллеги ценили за доброжелательность, общительность, желание всегда прийти на помощь. Она хорошо видела людей, она хорошо знала людей, она хорошо понимала, что такое социальное управление в нашем высшем учебном заведении. Знаете, так случилось, и мы все скорбим то, что не стало сегодня Людмилы Аркадьевны Озернюк. Память о ней останется в наших сердцах. Память о ней останется не только у преподавателей, сотрудников, но и у студентов. Потому что многих студентов она тоже хорошо знала, и студенты ее знали. Ну вот Господь распорядился и забрал лучших из лучших. Сегодня мы простились с человеком, с которым напрямую, с именем которого напрямую связана история становления и развития нашего вуза. Она была высочайшим профессионалом, высочайшим мастером своего дела, но кроме этого она была замечательным человеком. Ее отличала черта неравнодушия. Любой, кто приходил к ней за помощью, кто приходил к ней за советом, всегда мог рассчитывать на ее помощь, на ее доброе слово. Сегодня для всего коллектива университета невосполнимая утрата, потому что очень тяжело, когда уходят родные и близкие. И Людмила Аркадьевна была для нас, для всех, очень близким человеком, потому что она к каждому относилась с душой, с сердцем и с любовью. Она о каждом переживала, она хотела каждому из нас помочь, и мы всегда чувствовали ее любовь и поддержку.